Профи сегодня одна из самых узнаваемых в Сочи сетей магазинов по продаже оборудования и материалов для систем водоснабжения, отопления и канализации. На полках магазина можно найти в том числе и технику компании «Аристон» – отопительную и водонагревательную. А сегодня в Профи открылся и учебный центр «Аристон», второй на юге страны. Современная отопительная техника также не стоит на месте. И ежедневно специалисты, которые занимаются ее установкой, пусконаладкой и сервисом, должны повышать свой уровень компетенции, уровень знаний и подобное. Классы позволяют развивать специалистов, соответственно, развивать энергоэффективные технологии и современные технологии на территории нашей страны. В день открытия в учебном классе «Аристон» прошли первые занятия. На бесплатный технический семинар пришли специалисты, которые занимаются монтажом отопительного и водонагревательного оборудования. Мы расскажем, как правильно устанавливать, как правильно подбирать, как правильно монтировать и как правильно вводить в эксплуатацию оборудование и делать техническое обслуживание. Для того, чтобы пользователи всегда были и могли надеяться на правильную техническую поддержку со стороны монтажников и сервисных специалистов. Семинар продолжался около 5 часов. Вместе со специалистами технической академии «Аристон» мастера по монтажу разобрали каждую деталь. Ведь не секрет, в том числе от того, насколько качественно оборудование будет установлено, зависит, как долго оно будет служить. Теперь подобные семинары в новом учебном центре «Аристон» будут проходить регулярно. Одна из ближайших тем, кстати, очень актуальная для Сочи, это системы солнечного теплоснабжения. Записаться на семинары «Аристон» можно в магазине «Профи» по адресу улица Батумская, шоссе 69/1 или по телефону 296 06 89.